готовы. Положу их к себе на тарелку. Oh, yeah! Горячие, поэтому я подожду, когда остынут. Макароны достаточно остыли. Пойду и проверю. Ладно. Что? Куда делись мои макароны с сыром? Кто их съел? Что? Что ты тут делаешь? Зачем ты пришла в мой дом? И почему надела платье бабушки? Куда ты пошла? Я немножко устала. Стой! Подожди! Я остаюсь. О, у меня вообще-то есть идея. Бабушкино платье, и я дам тебе этот банан. Он вкусный и полезный. Спасибо. Зачем ты съела мои макароны? Хотела поесть, надо было попросить. Нельзя брать без спроса. Потому что делиться — это хорошо и правильно. Пока, ребята. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока. И увидимся.